Без вспомогательных инструментов и попробую с помощью веревки и кошки забраться на более сложные склоны. Это было достаточно легко. Забираться и спускаться по склону было достаточно тяжело, но с каждым днем этот навык я улучшал. Теперь я попробую преодолевать более сложные склоны с помощью веревки и кошки. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Крюк-кошку мы изготовили сами. За 2 часа, да, получилось довольно-таки результативно. Эта дистанция не могу бросить для дерева. Сейчас попробую поближе подойти. С кошкой на обрыв по веревке забираться очень просто. Любой справится, даже упитанный человек. Теперь попробую спуститься с помощью кошки.
довольно-таки сложно было забросить из-за того, что наша веревка пеньковая, она тяжелая, старая, не подходила для этих целей. Более современная подошла бы, синтетическая, но у нас ее, к сожалению, не оказалось. Очень тяжело без подготовки, просто ужасно тяжело. Хочется пить и хочется домой. И вытереться нечем, руки грязные. Испытание было очень интересное, никогда не лазил по веревке, с кошкой, по крайней мере. А мы в детстве пытались что-то на дерево, веревку забрасывали, как-то лазили. Это было не то. Мне очень понравилось это испытание. Попробую переплыть реку в амуниции, но со страховкой. Проще, чем первый раз даже.